Привет, с вами Kids Fashion TV и я Илья Кудряшов. Мы на Ukrainian Fashion Week. Здесь много интересного, пойдемте с нами. Каких друзей вы сегодня встретили? Как ни странно, даже встретил друзей из Одессы, которые совершенно случайно оказались. Мы оказались в одном помещении на одном показе. Ну, очень много, конечно, киевских людей, такой из более светской жизни и спортсменов в том числе. На какой показ вы сегодня пришли? Я сегодня специально приезжал на показ Чуприны. Вот, очень красиво, очень мне понравилось. Наверное, один из немногих показов и моделей вещей, которые можно было бы применить в жизни. Я так с точки зрения практичной, наверное, стороны смотрю, куда это можно было бы вынести в свет, одеть на себя. Какие девушки тебе нравятся? Ну, как любому мужчине нравятся красивые девушки, а красота – это понятие растяжимое и индивидуальное. Поэтому у нас нет никаких таких критериев, параметров там, по росту, цвету волос или там, длине ног. А мужчине все просто – нравится или не нравится. Естественно, мне нравятся красивые фигуры и те девушки, которые занимаются собой. Какой стиль одежды на девушках тебе нравится, а какой нет? Есть разные события, разные мероприятия, куда подошел бы тот или иной образ. Но все-таки я за casual, наверное, джинсы, футболка, кожаная куртка. Достаточно свободные, легкие, удобные, комфортные. Не очень люблю каблуки, но, естественно, под мероприятия. Но я больше за комфорт. И там, если в make, я против большого такого насыщенного, яркого мейкапа и против ярких помад. Как ты поддерживаешь себя в форме? Я в спорте достаточно давно, наверное, при рождении, постоянно в наше время. Надеюсь, еще и ваше будет больше людей и детей во дворах. Но мы там, с самого утра до позднего вечера там, бегали по дворам, сейчас больше детей в телефонах и дома. Вот. Я занимался акробатикой в 7 лет и потом занимался футболом. Вот я со спортом связан лет 20. Поэтому спорт в моей жизни постоянный, и мне приходится что-то из себя выжимать или заставлять. Это часть моей жизни. Естественно, дисциплина – это прежде всего, и есть многие моменты, от которых приходится отказываться в пользу спорта. Секрет успеха? Я думаю, любой совет о секрете успеха такого достаточно известного человека, я думаю, все-таки это будет опыт. А опыт – это количество ошибок, и, возможно, мой опыт не подойдет к жизненной ситуации другого человека. Тогда встретимся на Холостяке 20, когда я буду холостяком. Я желаю тебе удачи, надеюсь, у тебя получится и без такого телевизионного проекта найти свою вторую половинку. Но если уже придется прибегнуть к таким методом, то я, если надо будет, дам тебе совет и подскажу, как себя вести. Спасибо. Привет, Kids Fashion TV.